не спешите. На огневом рубеже первые 5 участниц праздничных стрельб. Стреляют из табельного оружия, пистолета Макарова. Первые 3 выстрела, как известно, пристрелочные, они вне конкурса. Следующие 10 на результат. На огневом рубеже Наталья Николенко, начальник отдела кадров. Должность, конечно, не звучит как боевая, однако результаты поражают. Зоркий глаз, твердая рука, выдержка – титул главного снайпера у Натальи. Конечно, это прерогатива мужская, но мы, женщины, тоже так же стараемся быть более уравновешенными, так как это очень помогает нам в работе и в любом случае развивает выдержку, внимание, так как, всем известно, стрельба, она помогает и физическому развитию, и морально-волевому. Второе место у еще одного, как бы не военного сотрудника из отделения материального обеспечения. В тройке лучших ответственный исполнитель группы учета и комплектования. Сегодня в управлении провели спортивный праздник среди военнослужащих женского пола, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Сегодня выполняли стрельбы из пистолета Макарова. Наши девушки показали достойные результаты. Кубки, грамоты, цветы – эти женщины из управления еще раз доказали, что вовсе не уступают в меткости коллегам-мужчинам. Их результаты не просто удивляют, говорит начальство, а бьют в самое сердце. Во всех смыслах.